вам обеспечим обязательно встречу с лучшими руководителями предприятий Дмитровского городского округа. Также вы обязательно встретитесь со службами, которые у нас работают в Дмитровском округе. В Дмитровском округе стартовали предпринимательские курсы для школьников. Старшеклассники из 1-й, 9-й и инженерной школ Дмитрова уже начали постигать азы построения собственного дела под руководством бизнес-тренера Юлии Гусевой. Первый урок был посвящен разработке креативной и реалистичной идеи стартового бизнеса. Бизнес – это целостность, что это не только продажи, что в ней есть и маркетинг, что в ней есть и производство, и что это самое главное – не скучно и стоит бизнесом заниматься на самом деле. В течение всего учебного года ребята будут осваивать основы предпринимательской деятельности и бизнес-проектирования. Занятия будут проходить как в стенах торгово-промышленной палаты, которая является инициатором проекта, так и на предприятиях и в учреждениях Дмитровского округа. Плюсы. При успехе большая прибыль и продвижение. Минусы. Сложная реализация. Из интересного – нововведение в мир авангардной моды. Особенность этих предпринимательских курсов в том, что ребята узнают основы бизнеса от действующих предпринимателей, которые делятся реальными историями своего успеха. Представители администрации рассказывают о подводных камнях самостоятельной экономической деятельности. Специалисты различных учреждений делятся секретами правильного взаимодействия с госструктурами для начинающих предпринимателей. Есть какие-то планы по созданию своего бизнеса? Наверное, все склоняется к индивидуальному проекту, который мы будем сдавать. Поэтому да. Направление? Создание своего предприятия. Какое? Соевое мясо. То есть, какой польза для города? Получается, поскольку в данный период времени достаточно популярно здоровый образ жизни, плюс у нас большее количество населения, это все-таки верующие, у нас есть пост. Вот, и как раз нельзя есть мясо, я думаю, что это для россиян достаточно будет удобно. По окончании курса в мае следующего года школьники должны публично защитить бизнес-планы собственных предпринимательских проектов. Оценивать проекты будут те, кто вел курс и рассказывал юным жителям Дмитрова про основы экономики, финансов и налоговой сферы.